добрый день. Федан, привет. Всем здравствуйте. Итак, смотрите, у вас Патриот. Федан устанавливает вот такую лебедочку интересную. Федан, с какими трудностями сейчас коснулся? Мешает. Осушитель кондиционера мешает мне. Хочу его сейчас перенести сюда. Как раз он здесь прячется. И ничем я его никак не деформирую. Ну, понятно. Вот сюда перенести. Площадка вот есть. Ну, то есть нужно приложить ручки, да? По-любому. Ясно. Любую конструкцию надо прикладывать. Так, ребята, для этого УАЗа Патриота приобрели вот такой вот дифференциал повышенного трения. Давай вскроем, Федан, сразу посмотрим. Будем тестить его. Да, на задний мост установим. Преднатяг 10 кг. Напомню, производитель АВТ, Автоград Технологи, Тольятти. Максимальный преднатяг мы заказали. Максимальный преднатяг — это 10 килограмм. Сейчас вот при вас скроем, посмотрим. Давай. Вот написано, смотрите, для УАЗа и преднатяг 10 килограмм. Дифференциал повышенного трения. Да-да, вот так открываю. Так, смотрим. Упаковка, смотри. Смотри, прокладочки все. Ну, да, вот. Ну-ка, доставай. Вот, смотри. Еще запечатано серьезно. Ты видишь? Ну что, молодцы. Я просто от УАЗа не видел. В принципе, он ничем сильно не отличается. То, что у меня стоит. А вот что самое мне нравится, он весь в масле, смотри. Он весь в масле. Ну да. Значит, руки прикладывали. Значит, серьезно все собирали. Так, вон винтовой идет. Вот, смотрите, винты видно здесь вот. Тут 10 червяков, 10 винтов. Вот. Разбираем УАЗ, мосты, подшипники новые. И будем устанавливать, и будем тестить. Да, Федан? Да. Виталь, я тебе еще раз про маску про это. Вот эту лебедку мне пришлось разобрать всю. Угу. Всю ее смазать. И потом по новой прокладке, с герметиком все перепроложить. Угу. А здесь видно, что ничего не надо. А что, в лебедке масла не было? Ну, там было чуть-чуть, и то какой-то черный, то ли шрус там, то ли что-то. Не масло, ну, не понятно. Масло, а грязь какая-то. Ну, купили на УАЗ Патриот. Ведомую новую. Устанавливаем самоблок от производителя АВТ. Вот федановские вытащили. Здесь все печально. Да ничего не печально, чуть-чуть погнило. Ну, понятно, что? В мостах вода. Здесь все новое, все прям супер, да, подшипнички. Вот, видишь, как притерло, смотри, как притерло. Да, притерто вот. Вообще. Я предлагаю сейчас вот сварка обвалить и болгарка обточить. Да, я тоже так думаю. Короче, купили кучу подшипников, купили новые полуоси. Я дайте покажу. Тоже? Вот они, смотрите, заводские. Родные, заводские. Все погнуты, видите? Это не погнуты, это специально центровали так. Центровали. Ну и... Опа, здесь тоже все помоем, установим самоблок, новые подшипнички, сальники новые, подшипники, полуоси, все новенькое вотнем, кардан он откинули, хвостовик, все нам Александр сделает чики-пуки и будет как танк. Так, ребята, ведомую шестерню на самоблок АВТ насадили, болты сажаем. Вот на такой, как называется правильно? Для разъем, фиксатор резьбы. Да, фиксатор резьбы. Вот. Натяг делаем, все это затягивается у нас. Вот так вот он примерно выглядит, сейчас покажу. Вот он винтовой, 10 сателлит с преднатягом на 10 килограмм. Вот так это все выглядит. Ведомая шестерня, как я сказал, новая. Вот такая красота.
Друзья, знакомьтесь, Артем. Мы у Артема в автосервисе установили на УАЗ Патриот дифференциал повышенного трения именно на УАЗ, потому что в городе мы сколько искали, не могли установить. Вот познакомились с Артемом. Артем, расскажи про свою деятельность. Ребята, всем привет. Мы занимаемся обслуживанием и ремонтом автомобилей ГАЗ, УАЗ, Нива. Устанавливаем различные внедорожные оборудования, такое как блокировки, лебедки, бамперы усиленные, различные усиленные элементы трансмиссии и подвески. Приезжайте к нам, прокачаем ваш внедорожник. Все правильно. Адрес напомни. Город Оренбург, Конституция, СССР, 29. Это около Армады, да? Возле Армады мы находимся. Да, и мне скоро придет занижение в раздатку. И вот Артем говорит, мы, говорит, все это сделаем без проблем, да? Да, конечно. Потому что есть. В городе на самом деле мало кто берется. Вам спасибо за вашу работу. Вам спасибо, что доверили ваш внедорожник. Ребята, рекомендую, приезжайте, все ссылочки будут в описании. Спасибо. Докуда? Смотрите, какие машины могут сюда только добраться. Давайте пару слов о покатушках. О, прокатнулись. Уазик только чуть-чуть напугали.